Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев вооруженными силами Армении, сообщает Генпрокуратура Азербайджана. Вооруженные силы Армении, нарушив основные нормы и принципы международного права, а также требования Европейской конвенции 1979 года о защите дикой природы и окружающей среды, с целью нанесения обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде Азербайджана, совершила экологический террор путем преднамеренного уничтожения на оккупированных территориях Азербайджана лесов с ценными многолетними деревьями. По указанию военно-политического руководства Армении, вооруженные силы незаконно вырубили 1818 деревьев разных видов в имеющем редкую флору и фауну Лачинском районе, тем самым нанеся Азербайджану материальный ущерб на сумму 1 511 330 манатов. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 259.2.4 «Незаконная рубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере» и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Предварительное расследование поручено провести Следственному управлению. По делу проводятся следственные мероприятия.